Она вышла, на ней накидка, она как ведомая. Понятно. Защищаемый физически биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Татьяну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Татьяны поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Это голограмма. Мы голограмму подняли? Мы пока не подняли. Я ее просканировала, чтобы поднимать и... Угу. Проверила, если есть еще кто-то. Вышла смеющаяся Татьяна. Хорошо. Так, берем голограмму тогда в сетку. Защищаем Татьяну. И ставим маячок зелено-красный, если это Татьяна. Оригинал зеленый, если нет, красный цвет. Какого цвета маячок? Зеленый, причем обе зеленые. Может быть, частица души или частица там находится чего-то ее. Скорее всего. Хорошо, я даю команду, подожди, на счет три. Если где-то еще находится ее копии, голограммы, частицы, на счет три все это прилетает к тонкой копии Татьяны. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Все другие копии, все другие голограммы, везде, где находятся частички ее души или биоматериала, притягиваются. Она сейчас в одно целое соединилась. Ее разбили. Понятно. Но она как, все равно она как под чем-то. Она понятно. Говорит, что-то показывает куда-то. То есть все она понятно. Что-то видит свое. Не знаю, что... Хорошо, она сейчас одно целое. Все, биоробот защищен. На счет три. Поднимайся вместе с Татьяной в нашу комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну. Она нас слышит? Она меняется, но то плачет, то смеется, то разговаривает с кем-то. Хорошо. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Один, два, три. Это послушная часть в ней кивает. Хорошо. Понятно. И я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать пространство над головой Татьяны под ногами. 360 градусов вокруг нее. Два, три. Сканер сканирует все 7 тонких тел Татьяны, находит все. Знаешь, из нее часть, которая разговаривала, то есть она одно целое, но она менялась, то она послушает, что очень быстро, то плачет, то смеется, эмоции вот эти вот показывала. И как в забытье с кем-то она вот разговаривает пальцами, тыкает. И вот эта часть, которая разговаривала в забытье, да. Ее отбросила. Вернее, сущность из нее отбросила в клетку. И что это за сущность? Это что-то черное с крыльями большое, как летучая мышь. Снимаются все маски и голограммы. Сущность предстается глазно самому эфирному коду ДНК. Но слово идет вампир. Вампир? Да. Откуда ты пришел? Вампир? К какому ты... роду войск относишься вообще? Ты кто? Демонический, бесовской натуры. Демоническая. Демоническая. Вера считает цифры, герцовку над головой его. Нет у него герцовки. Он почему-то говорит, я вождь. Вождь. И от этого вождя выстраивается... Племени. И от этого вождя выстраивается канал ко всем другим ответственным, которые связаны с ним. Один, два, три. И я их притягиваю себя, если это голограмма. Разрушается на глазах, притягивает оригиналы. Все ответственные по цепочке притягиваются в клетку, тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Он рычит. И направляя на него печать семи архангелов. Один, два, три. И даю ему мощнейший удар. Один, два, три, удар. Наслепишь ты его очень сильно, ему плохо. Я тебя сейчас сожгу там в этой клетке, если ты еще один раз сделаешь какое-то движение, которое мне не понравится. Вождь. Пусть он стоит пока, давай ее просканируем. Что-то мы давай, да, закончим скан. Сущность замерла в клетке. Она почему-то руки вот так вперед протягивает, ладошками вверх. И они у нее в крови. Считай информацию, откуда это? Да он сосал кровь. Через нее. Сосал кровь. У кого? То есть она была практически тоже вампиром, да? Или через нее? Да. Ее родословно, и ее саму, угу. И ее род.
спасал кровь. Хорошо, считаем форматы, сколько эта сущность находилась в биополе Татьяны. 20. 20 лет. Будем смотреть дальше. Хорошо, ждем окончания работы сканеров. Сканер сканирует, заканчивает сканирование, находит все магические каналы, все невидимые каналы проявляются, все сущности притягиваются, любые воздействия, любые подключки становятся видимы. У нее демон. Демон. А причем демон? Считай цифры над головой демона. Сейчас, секунду. Демон у нее в красной чакре. А вот этот вампир, он выше. Оранжевая, желтая. Ниже живота. Хорошо, считаю демона цифры над головой. 17 герц. 17. 17 герц. Пропадает звук. Хорошо, дальше ждем. Каналы проявляются. Вот эта накидка, все-таки она есть на ней. И от накидки выстраивается канал 1, 2, 3. И притягивает ответственно за эту накидку в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, атака есть. Рептилоид. Снимаются все маски, голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде. Выстраивается от рептилоида канал к ответственным всех других, всех, кто связан с ним. И с этой энергией Татьяны притягивается в клетку-тюрьму. В общем, эта накидка, она такая, как обтекаемая. Она в сторону руки разводит, и вот у нее сверху она как фата. Угу. На ней как будто лежит по рукам, с головы по рукам вниз идет. Но она нелегкая. Тяжелая, конечно. То есть это как купол на ней. Кто-нибудь притянулся, Вера? Притянулись Грей, и у нее рахнует все. Грей, сколько Греев? Двое. Один робот. Рахнует. Итак, вампир, демон 17-герцовый, накидка рептилоида, два Грея, один робот и один арахноид. Правильно? Да. Хорошо. От накидки есть канал? Рептилоид связан был через накидку, да? К накидке канала нет. Есть канал к рептилоиду и в клетке от рептилоида к накидке. Понятно. Хорошо. И начинаем реверс энергии. Предупреждая сразу, кто будет мне мешать, кто не будет работать, кооперировать или мне лгать, те будут получать мощнейшие удары вплоть до уничтожения в галактическом ядре. Все, кто пройдут после чистки проверку и ничего не оставят, те уходят на свою чистоту. Если кто-то что-то забудет, он просто сгорит по каналам. Кроме того, у меня еще есть оружие на каждого из вас. Поэтому не рекомендую делать глупости и отвечать на вопросы обманом. Начинаем реверс энергии. Я даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Татьяне. Итак, арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. В квартире есть твои дети? Есть. Значит, у тебя есть канал там. Хорошо. Рептилоид, как долго ты находишься с Греем и этой накидкой в биополе Татьяны? 1 год. А почему ты зашел и установил такую брутальную накидку? Оттяжеляющую. Энергию увидел светлую. Увидел светлую энергию и решил накинуть. А как там были светлые энергии, если там уже сидел демон и вампир вот этот? Может, ты дольше сидишь, чем 1 год? Дала свет она. Ага, понятно, хорошо. Он что? Свет был увиден. Понятно. Так, радужный. Показывает радужный свет от нее пошел. В какой-то момент. Он ее заметил. Возможно, космическая душа. Так, демон 17-герцовый. Что ты здесь делаешь? У тебя есть контракт? Все делаю. Моментом пользуюсь. Контракт у тебя есть? На пребывание в ее биополе? Нет. Зачем мне контракт? Значит, ты просто хулиган, да? Весело здесь. Ну, судя по присутствующим, да. Как долго ты находился в биополе? 15. 15 лет. Объясни мне, что это за
сущность находится рядом с тобой, которая 20 лет сидела, сосал кровь там через нее, или что он там сосал, вампир этот. Кто это такой? Демон-вампир. Демон-вампир? Почему у него герцовки нет? Другого рода он питает. Другого рода что? Другого рода, чем мы. Другого рода. Так, а что ж это за сущность такая? 20 лет. Хорошо, я его размораживаю, еще раз спрашиваю, кто ты такой, откуда ты пришел и что ты здесь делаешь? Будешь делать глупость, сожгу. Демон-вампир. Он не демон, он из демонического рода. Демонического рода. Как но твои... крылья летучей мыши на лицо человеческое. А, вот как. А герцовку считай цифры. Есть цифры над головой у него? Он начинает в разные стороны. Как ты про герцовку спрашиваешь, он начинает рычать в разные стороны. Вот, как дракон выпускает огонь, вот такие вещи начинает делать в разные стороны. Влад, а ну просканируй, это не голограмма. Если это голограмма, сожги ее. За ним стоит кто-то. Отлично, эта сущность выходит и получает мощнейший удар. Влад, сожги голограмму и выбей эту сущность и положи ее на пол. Включая поток любви отца над этой клеткой. 1, 2, 3. Пошел свет. Ну, он очень похож на демона, просто у него... Он изменился, Вера? Герд больше. Нет, этот вампир, он все-таки есть. Но им руководит кто-то. Хорошо, выстраивает этой сущности канал к тому, кто им руководит. 1, 2, 3. И притягивает этого демоняку сюда. Да, будет так, а так и есть, где бы он ни был. Он здесь. Считай цифры над головой этого демона. 42. С 42 герцовый. Хорошо, демон. Ты решил со мной поиграться, да? Говорит, чего тебе надо? Ты живешь на своей территории, я на своей. Слышишь, ты, живущий на своей территории, что ты делаешь в биополе с этим вампиром? На каком основании ты находишься вообще здесь? Не без основания. Это твой ответ? Говорит, что ты не знаешь, с кем связался. И в моих руках появляется энергия царя Соломона. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Говорит, не делай глупости. Я не знаю. Ты знаешь, с кем ты связался? Ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Он с ней связался. Тебя он не ждал. Он мне сказал, а ты не знаешь, с кем ты связался. Он это говорил или нет? Я его сейчас в рот засуну, эту энергию. Говорит, что ты сюда пришел, не он. Он здесь был. Убираю энергию царя Соломона. Мне даже малейшего грамма жалко на тебя. И, направляя печать семи архангелов, 1, 2, 3, мощнейшим ударом света сбивая демона с ног. Удар. Пошел свет. Он говорит, да хватит своим светом светить. Я тебе сейчас рога обрежу. Это будет в следующий раз. Если ты еще раз ответишь мне по-идиотски на мои вопросы. Он говорит, не задавай идиотский вопрос. И отрезай ему левый рог. 1, 2, 3. Влад, отрежь ему левый рог. Ну, он тебе говорит, что он тебя найдет. Уменьшая демона в 2 раза. Отрезай ему правый рог. Открывая перед его клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Смотри туда. Че тебе надо, он говорит. Ты хочешь уйти туда? Не имеешь права. Слышишь? Еще одно не то слово, я тебе сделаю 4 из тебя. Я спрашиваю тебя, ты хочешь уйти сейчас в галактическое ядро или нет? Или ты будешь отвечать на мои вопросы? Вера, он какой-то тупой, по-моему, этот демон. Говоришь, что ты разозлил его. Что, мне так ответил это означает или что? Или я сейчас его разозлил? Значит, что он вернется. А вот как. Отлично. Хорошо, паскудец. Мне кажется, с тобой надо заканчивать. Закрывая портал галактическое ядро. Хорошо. Тут уже приходил один. Знаешь его? Вельзевул.
Знаешь, спрашивай его. Все знают его. Ну так спроси, что с ним было после встречи со мной. Может, тебя на брелок отправить? На какие-нибудь ключи царя Соломона? Хотя ты слишком низкий он для него. Он говорит, что я умею договариваться, в отличие от тебя. О чем ты можешь со мной вообще договориться? Ты не в той позиции, чтобы договариваться. Здесь я диктую условия. Ты уже стоишь в клетке тюрьме. И от меня зависит, куда ты уйдешь. У тебя слишком высокая гордыня, демон. Она тебя реально уже 2 рок стоила, а еще будет стоить сегодня, поверь мне. Я тебе сегодня такой театр устрою, мало тебе не покажется. Хорошо, все, с ним дискуссия закончилась, я вернусь, когда надо будет. Хорошо, Верочка, как у нас с реверсом, закончился? Да. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Татьяна забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли, возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. От накидки выстраивается отдельный канал, и все эти ДНК Татьяны возвращаются к ней назад. То число значения 100% добудет. Так, а так и есть. Зеленая энергия возвращается. Чакру сердечную. От кого идет? От этой? От накидки. От накидки. Хорошо, рептилоид. Я смотрю, ты по сердцу бил. От вампира что идет, Вера? Дух. Сила. Поставим над ним маячок зеленый-красный. Органический, неорганический. Органический зеленый, неорганический красный. Какого цвета маячок? Зеленый. Зеленый. Хорошо. Что от демона идет? Красная энергия. Красная сила энергия. Физическая. И силу он физическую забирал. Хорошо. Сегодня я у него заберу все силы. А от какого демона здесь еще один листы, помнишь? А, еще 17-герцовый. Ну, по сравнению я с этим. Про него говорю. Хорошо, посмотри от 42-герцового, что идет. Его не идет, идет вот от этого вампира. Хорошо. Канал к нему идет. Отлично. Готов. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Всю паутину сматывай в твоих интересах, чтобы ни одной наночастицы твоей не осталось. Если что-то найдется, по каналам ты сгоришь. Приступай, возвращайся в клетку, потом докладывай о готовности к проверке. Итак, 42-герцовый, я тебе вторую и последнюю попытку даю объяснить ситуацию, на каком основании ты находишься в этом биополе. Если я еще одну единственный раз услышу от тебя угрозу, мой адрес, я безоговорочно открываю под твоими ногами портал в галактическое ядро, и из тебя остается пыль. Или я отправлю тебя к царю Соломону, если он захочет тебя вообще взять, такого низкогерцового. Тебе это все понятно сейчас? Или еще раз повторить? Здесь нет никакой тайны. Давай. Подожди, арахноид собрался. Хорошо. Арахноид собрал рептилоид, отправляй Грея снимать всю и отключать все, что оставили в биополе. И потом доложи мне о готовности к проверке. Приступай. Итак, я слушаю, демон. В ней нет контракта. В ней нет контракта. Хорошо. Нет, с ней. А с кем есть контракт? Дети под контрактом ее. Потому она захвачена. Значит, ты в детях сидишь, да? Да. А ты знаешь, что мы их сегодня будем чистить? И они будут стоять. Контракт должен исполнить. Контракт не будет исполнен. Я сегодня аннулирую все контракты, так как они были без ведома Татьяны, заключены без ведома детей. И ты не имеешь никакого права вообще претендовать на их души. Так что, демон, ты пока остаешься в клетке до окончания чисток всех. Рептилоид снял все. Хорошо. Так, выходит демон. Демон, скажи мне, есть лярвы в биополе? Да, низ живота. Низ живота. Хорошо. Значит, снимай сначала все, что ты установил. Не иди в клетку, а скажи мне перед клеткой, там, где ты находишься, что ты все снял. После этого я дам тебе разрешение забрать эти лярвы. Все понятно? Да. Приступай. Мне очень интересен этот контракт, демон. Я его сегодня буду читать.
вместе с тобой. Говорит, что дети — это четвертое колено контракта заключенного. То есть получается... Кто первое колено? Итак, демон, я тебе подожди. Я тебя сейчас один единственный раз прошу. Ты готов нормально со мной разговаривать и объяснять, отвечать на мои вопросы? Или ты будешь стоять мне здесь угрожать? Я вот это хотел тебя сейчас спросить. Ты готов или нет? Говорит, что я умею договариваться. Всегда был готов. Возвращаю ему рога. 1, 2, 3. На то же место вырастают рога. Возвращаю ему его размер. 1, 2, 3. Давно бы так. Посмотрим дальше. Хорошо. Так, демон, ты все снял? 17-герцовый? Да, снял. Хорошо, разрешаю тебе забрать лярвы. Ничего не забывай. Снимай все, что находится в ее биополе. Готово. Хорошо, возвращайся в клетку. И я даю вампира не буду выпускать. Я даю команду все, что находится на чистоте вампира сейчас. 1, 2, 3. В воздухе. 1, 2, 3. Включая Татьяне внутренний белый свет, она выдавливает все, что находится на чистоте вампира, все его энергии, все его подключки, все артефакты, все, что он установил, все выходит безболезненно. Ее рвать начинает, у нее клубы черного дыма. Все выходит, я подхожу к ней, даю энергии, 100% энергии ей, и помогаю выдавливать все это из нее, все клубы до последнего микрона, все выходит. Вот демон говорит, что у него много в арсенале разных служащих. Вампиры, собаки. Собак мы уже видели. Доберманов. А вампиры еще не видели. Меня удивляет, что эта сущность органическая, а не полуорганическая. Ну ладно. Все выходит. Наматывается в шар. Готовы. Есть шар. Хорошо. Большой шар? Да, большой. Постраивай к этому шару еще канал у Татьяны. И если там хоть частичка осталась еще энергии, биоматериала Татьяны, все возвращается реверсом назад. 1, 2, 3. Нет, там ничего. Открывается портал в галактическое ядро. Этот шар улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Так. Переходим к рассинхронизации. Я даю команду на счет 3 на рассинхронизацию энергии Татьяны с энергией 3. Пошла рассинхронизация до числового значения 100%. У нее на ноге цепь и большая гиря. На одной ноге. У нее на одной ноге гиря, да? Да, цепь идет, и от нее гиря. Хорошо. Так, снимаю эту цепь с гири, отправляю в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Это похоже уже на что-то, на магию. В клетке? Да. Выстраивает гири цепи канал к ответственному. 1, 2, 3. И притягиваю ответственного по каналам, где бы он ни находился, в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Мужчина. Он мимикрирует то молодой, то взрослый. Снимаются все маски и голограммы. В этой комнате они не действуют. Предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Он весь в дыму в каком-то темном. Хорошо. Он задыхается в нем. Ну, это его проблема. Задыхается он или нет. Так, спрашиваю 42-герцового демона. Это тот, который контракт заключал, да? Прадеды его заключали контракт. А, ну это понятно, прадеды мы. А с этим ты знаком? Третье поколение. Хорошо, мужчина, имя свое назови. Леха я. Леха, а что ты делаешь с этой гирей и цепью? Привязала ее детьми. Да ты что? А как это? Вот, зачем ты это сделал? Ты имеешь какое-то отношение к детям? Дети мои это. А, так ты отец детей. И муж Татьяны? Бывший муж. Бывший муж Татьяны. А зачем ты это сделал, Леха? Это ж твои дети. Привязал ее к детям.
как давно это было? Как только понял, что я на контракте. Хорошо, когда это было? Сколько лет назад? 20. 20 лет назад, 20 лет и сидит вампир. Да, Леха, жестко ты, конечно, поступил со своей семьей. И со своей женой, и со своими детьми. Ты им устроил ад на земле. А я при чем? Мне устроили ад. А кто устраивает? Как я мог убрать этот контракт? Потому и привязал ее к детям. Леха. И от Татьяны выстраивается канал к этой гире с цепью. 1, 2, 3. И на счет 3 два канала выстраиваются. Оба на реверс. 1. Отдаем все воздействие, откат назад Лехе с этой гирей. А с вторым каналом забираем все чистые, светлые, божественные энергии, которые он забрал у нее от этой гири цепей. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Пошла энергия по каналам. Все магическое воздействие откатом возвращается назад. Все боли, все, что получила Татьяна за эти 20 лет, в течение 1 минуты возвращается назад Лехе. Забираем все светлые, чистые, божественные энергии по праву, принадлежащие Татьяне. Он врет, может, не специально. Он и не к детям, он и к себе привязал, Тайгири. Хорошо, значит, он сделал приворот. Ему нужна была, да, женщина. Что ему нужна была, мне... не... женщина для произведения потомства. Вот как. Он ее привязал, чтобы она рядом была. Она была раньше детей. Он ее завел ради того, чтобы сделать детей и к ним привязать гирю. Ну нет, она была его девушка. А, вот как. Хорошо. А то я просто вообще здесь. Потом он узнал о контракте. Угу. Показали ему. Кто показал? Демон показал. Хорошо. Но дело в том, что это твой контракт, а не Татьянин контракт, и не контракт ее детей. Ты вмешал. Это мой контракт. А чей это контракт? Твоего родственника или Татьяны? Родственника. Твоего? Да. Какое отношение Татьяна имеет к этому? Или дети? К детям переходит контракт. Вера, что у нас с каналами? Возвращается назад? Реверс идет? Уже. Все вернулось. Хорошо, все. Так, Леха. Рассинхронизация тоже закончена. Хорошо, подхожу сейчас. Даю команду сканеру на проверку. 1, 2, 3. Сканер сканирует и проводит контрольную проверку. У меня тонкие тела очень напуганы, как страхи трясет. Хорошо. Татьяна, вы меня слышите сейчас? Да, она слышит. Татьяна, успокойтесь. Все хорошо, все нормально. Мы все вытащили уже. После этого мы будем вас заправлять энергиями. Вы почувствуете новую жизнь. И потом с детьми займемся. Успокойтесь, помогайте, наблюдайте за этой ситуацией. За всем, что происходит. Понимаете, кто является причиной всех ваших несчастий? Она знает. Она видела тонкую копию, видела все это. Угу. Осознавала всех их внутри себя. Она просит защиты. Как ей защититься от них? Это мы потом дойдем до этого места. После того, когда все почистим, все уберем. Чисто. Чисто, хорошо. Так, все прошли проверку. Подхожу сейчас к Татьяне, кладу руки на плечи, помогая ей моей энергией сделать импульс высоковибрационного шока удара и сжечь все каналы ко всем интерферентам и голограммам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы, отлетают. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо, начнем отпускать потихонечку. Тех, кто убрал арахноид, ты больше в это биополе не придешь. Все понятно? Ты да, понятно. О, да, он в квартире находится еще, да? В квартире есть у него, да. Хорошо, арахноид, я просто сегодня я не буду приходить в квартиру. У нас нету такого задания. Ну, может быть, я на днях туда приду с чисткой. Поэтому я тебя просто предупреждаю в твоих интересах со мной не встречаться второй раз. Все понятно? Ладно, я тебе... не стучи.
Я тебя просто узнаю, когда ты будешь в следующий раз в квартире находиться. Хорошо, я тебя просто предупредил. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит безболезненно на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, рептилоид Грей готов уходить. Да. Накидка там стоит, под накидкой открывается портал в галактическое ядро, она улетает на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяй. И наверху открывается два портала против часовой стрелки, один на частоте рептилоида и один на частоте Греев. И Грей уходит в свой портал, забирает все, что с собой принесли, рептилоид уходит в свой портал, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, 17-герцовый демон готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3, 17-герцового. И он уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя из того огненную пентаграмму. Готово. Так, что мне с этой сущностью делать? Ты сказала, что оно живое, это вампир. Буду отправлять назад. Открывается внизу под вампиром портал в И на счет 3 открываю внизу портал против часовой стрелки на частоте вампира. 1, 2, 3. И вампир забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Ставлю огненную пентаграмму. Готово. И у нас должен остаться один 42-герцовый демон, да? Да. Хорошо, демон. Мне надо сегодня всех вытащить, поэтому ты должен присутствовать до конца. До расторжения контракта, потом после расторжения я могу тебя отправить, после того, как я у Татьяны расторгну все договоры, если там найду, и у детей, которые связаны. Он говорит, накорми меня. А что тебе дать? Негатив? Страх отдай. Хорошо. И я даю команду, значит, 3 включая Татьяне внутренний белый свет. 1, 2, 3. И Татьяна начинает выдавливать из себя из каждой клеточки, из каждой извинки головного мозга, всех своих тонких тел, все негативные, патогенные энергии страха, болезни, ненависти, гнева. Все патогенное и негативное выходит и формируется в шар перед Татьяной. 1, 2, 3. Она от страха очень напряжена. И у нее страх выходит вибрациями. Усиливаю, помогаю, даю ей энергии, необходимые для того, чтобы выдавить это все. До последнего микрона весь страх выходит. Остается чистое тело Татьяны, без страха. Всех негативных энергий. Готово. Большой шар? Да, большой. Отправляю демону. Вибрации эти страха нравятся им. Понятно. Покалывает. Это его частота. Хорошо, поехали дальше. Поехали по частотам пройдемся. Переходим на частоту магическое воздействие, если таковое если было проявляется. Наверное, фантом остался, да? В клетке. А фантом остался этой магии? Фантом магии выходит? Да, есть. Открывается портал в галактическое ядро. Под фантомом он улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, поехали дальше. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Татьяна должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Я говорю вслух, и тонкая копия пусть повторяет за мной. У меня есть договора. Активный подсвечивается. В этой жизни у нее договор с мужем. Понятно. То есть она его, он заключил с ней договор. С ее... Она с ее согласия, да? Да. Значит, это, наверное, был... Хорошо, Татьяна, вы знаете об этом договоре, который был заключен? Ну, она говорит, наверное, это то, что я замуж за него вышла. Скорее всего, да. Но я полагаю, мне кажется, он какой-то ритуал там еще провел. И вы, думая, что это ритуал замужества, еще подписали еще какой-то договор с ним. Спрашиваем Леху с гирями. Леха, какой там договор и контракт ты заключил? Я же сказал, Киря ее привязал к себе. Брачный договор. Больше ничего не делал. Я еще не видел ни одного брачного договора, который был с Гирей цепью. Это было не брачный договор. Это, скорее всего, был приворот. Может, ты не договариваешь что-то, Леха?
все договариваю. Она знала и согласилась. Хорошо, Татьяна, вы в курсе, о чем он говорит? Она знала, что с ним что-то произошло. И дали свое добровольное согласие на какой-то контракт с ним, да? Нет, замуж вышла она за него. Хорошо. Вы готовы расстаться со всеми этими контрактами и разорвать их? Готова. Хорошо. Я говорю вслух, а вы повторяете за мной. 1, 2, 3. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Ты знаешь, возврат энергии идет от нее. Да. Она возвращает энергии. Хорошо, какие энергии? Положенные в этот брак, скажем так. Хорошо. Отторжение энергии идет. Да. Правильно. Готов. Усиливает. Отлично. Хорошо, открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. 1, 2, 3. Аннулировано. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. И на счет 3 в макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать Татьяну. Мощность потоков усиливается, заливаются пустоты, все тонкие тела заливаются. Частота и вибрации поднимается до числового значения 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. И на счет 3 запускаем. Стоп. Подожди, ей надо больше времени. Хорошо, ждем. Она чувствует эти энергии все. Вибрации, да. Они очень чистые в ней. Она эмоционирует сильно, не может понять, что это энергии такие. Татьяна, это ваша энергия. Вы видите меня? Это все так и должно быть. Это чистые энергии. Вы просто забыли, как они выглядят. Она боится потерять их. Мы научим вас, как заправлять эти энергии. Каждый день вы будете это делать, и вы никуда их не потеряете. Плачет. Успокойтесь сейчас, Татьяна. Помогайте нам. Слезы здесь помеха. Она говорит, что я очень боюсь, что это одноразовая акция, и завтра опять все вернется. Завтра уже ничего не вернется, потому что контракты не были расторгнуты. Сегодня мы их расторгли, поэтому не было основания, у них было основание находиться в вашем биополе. После этого не будет ни основания находиться в вашем биополе. Кроме того, у вас есть еще одна проверка в течение месяца, и мы научим вас, как заправляться энергиями до полного восстановления и корректировки. Во всяком случае, те, кто у вас были, уже не войдут. Ну, поняла. Хорошо. Все остальное будет лежать в ваших руках. Если вы ничего не будете делать, не будете заправляться энергиями, не будете контролировать свои мысли и отторгать страх, а страх это является чистота демонов, то, соответственно, вы не будете, так сказать, понимаете меня? Да, ей нужно успокоиться, что она сейчас и сделала. Скажешь мне, когда гармонизация и синхронизация? Да, можешь активации души переходить. У нее энергии снизу по чакрам пошли, и она как покрикивает, когда они проходят энергии через чакры. Да, понимаю. Вот эта сжатость и страх ушли у нее. Душа открылась, и она ангел. Ангел. Замечательно. И еще одного ангела. Это очень непривычно для нее. Она не понимает, что происходит. Получается то, что вы ангельская душа, Татьяна. И после чистки ваши крылья проявились. Она видит, что столько света, но она еще не может понять, что это ее свет. Теперь вам еще легче будет выставлять свои защиты. Это ваш свет. Это ангельский свет. У вас находится ангельский стержень. И это самая лучшая защита. У нас есть очень много видео, где мы рассказывали, как активируется ангельская энергия. Если захочет сегодня куратор или друг прийти к нам в комнату, так как вы не заказывали сеанс встречи с куратором, но ангелам мы всегда даем возможность, если куратор захочет сегодня прийти и поприветствовать свою
своего дело друга. Дело не в заказе, дело в намерении. Намерения не было. Намерения не было, безусловно. Поэтому у Татьяны еще есть такая возможность встретиться со своим куратором-ангелом. У ангелов кураторы-ангелы. Хорошо, поехали дальше. Говорит, что мне надо сперва привыкнуть. Конечно. К этой мысли и осознать это. Еще 10 минут назад, 15, у вас сидели два демона и куча других. А тут еще и такая информация. Хорошо, поехали дальше. Меркаба готова. Пусть тонкая копия Татьяны вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Радость и счастье 720. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Татьяны до значения 720 Гц. Оно стало бояться. Все, страха нет. Страх. Отлично. Мы это закончили сегодня, Татьяна. И еще идет информация, что она должна помнить, что она не одна, из-за ней целая ангельская. Братья. Да. Отлично. Захочет с ними встретиться, мы ей можем помочь. Готово. Замечательно. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется и усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Татьяна. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она смеется, она смотрит на того, кто в клетке, и говорит, как я могла их бояться, я могу их просто своим же светом сжечь. Абсолютно верно. Хорошо, мы сейчас, вы остаетесь со мной здесь, в комнате диагностики, а Вера сходит и возьмет вашего сына, младшего, и мы начнем работать тогда с ним, в вашем присутствии. Итак, Верочка, я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию